Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Се Нанда Нанданг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жано Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванша калпатару ашчаке пасинду бевача патитананг пабуне бхавишна вебью намо намаха мукан кароти вачаланг пангунланг хетгрим ятке патаманг банди парама ананду мадвам бриндахуй тулсидеви пиави кешвасача Шна бхакти праде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкиртане кришна катхопадеш Гаурия патрасья пракасане ча Садануракта гуру бхакти юкта Бхакти Прамодакша Джагодварана Дхейям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Титхас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Витаттихам Панутапалла Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарна Равиндам Ят Пада Паллава Накачандамани Чатая Биспуриджита Камапикабхавадушва Дарши Пурнану Рагра Сасагра Сарамурти Сарадхика Майкада Кипам Кроши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламмита бхужау канака бодато Санкиртанай капитаро камалая такшо Вишамбаро диджаваро югадхарма пало Банде жагат приякаро каруна бхатаро Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаван Рупена Саданаранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобама Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пухарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги саджушу бадане, Лакшмир яшача бхакшаси, Джасьястихидай самбид, Твам шингамахам бхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Рам Рам, Хари Хари. Сурджа Канти Равир Йогат Банхи Статро Праджаяте Эвам Буи Саду Сангат
Harau Bhakti Prajayate. Surjo Kanti Manir Jogat Banihi Statro Prajayate. Evam Bhai Sadhu Sangyat Harau Bhakti Prajayate. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupad Paramahansa Jagadguru told. Гауди Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что мы должны определиться, что мы хотим и чего не хотим. У нас должно быть окончательное решение по этому вопросу. И вот Шрила Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что мы хотим и что мы не хотим. Мы должны определиться в своей жизни. Иначе мы не сможем начать свой харибаджан. Это невозможно. Жизнь за жизнью. Мы будем рождаться, терять все, опять рождаться, пытаться что-то обрести, опять терять. И таким образом материальные желания с незапамятных времен. В Шичитане Чайтамрите говорится, с незапамятных времен обусловленные души не движутся, нет возможности спастись для них. И в процессе скитания по всем этим 14 материальным мирам, так или иначе, если мы обретем возможность встретиться с чистым Гуру Вайшнавом, то тогда вопрос осознание возникнет. Мы можем встретиться с Вайшнавами, но это не подлинная встреча. Мы можем прийти к какому-то великому саду, что мы можем увидеть этими материальными глазами. Мы увидим его внешнее материальное богатство, сколько учеников и прочие такие материальные вещи. И таким образом мы никогда не сможем понять подлинного саду. В шастрах говорится эта шлока, с которой начал. Есть солнце. Но если я спрошу вас, спрошу солнце дать какой-то огонь напрямую, хотя в солнце, несомненно, есть огонь, и даже в нашем теле он есть, но не каждый может понять, что внутри нашего тела есть огонь. Бхагаван Шри Кришна в Гите говорит, что я помогаю вам переварить пищу с помощью огня пищеварения, и тело также согревается этим огнем, у него есть особая функция в нашем теле. Но если кто-то попросит, захочет обрести огонь непосредственно от солнца, каков же путь? Можно сделать линзу или что-то подобное линзе. Если это с помощью этой линзы сфокусировать лучи солнца в одном месте, то это место нагреется и загорится. И также и подобным образом, здесь вот это Нищитамава говорится, наверняка с помощью общения с чистыми саду мы можем обрести бхакти, огонь бхакти, мы можем развить в нашем сердце, нет другого пути. Но главное то, что мы должны зависеть от нашей Вишудха Парампары. И вот суть в том, что мы должны зависеть от нашей Вишудха Парампары. Если мы не сможем иметь веру в нашу Парампару, наставническую преемственность, то тогда мы не сможем достичь успеха. Первое.
Если у нас есть вера в нашу парампару, тогда мы сможем достичь успеха. Если нет веры в нашу парампару, нет вопроса самого успеха. Что бы мы ни делали, как бы мы ни проповедовали, какие бы храмы ни строили, или сколько учеников набирали, это не имеет никакого отношения к прогрессу, если у нас нет веры в свою Гуру Парампару, нашу наставническую преемственность, через которую мы обретаем силу. Наш Гуру Падмасила Мадхава Госвами Махарадж, они ездили на поездах в то время, но очень с финансами было сложно, и на электричках тоже. Но удивительно, все, что они делали в обычной жизни, они в этом в поезде, если куда-то ехали, они тоже делали, они повторяли Ани Харинам, поклонялись божествам, в уме, скорее всего, божествам поклонялись, совершали все киртаны, но тоже не в уме, физически, если мы не воспеваем все киртаны, мы не сможем обрести силы даже. Сила Бхакти Валабхирта Госвами Махарадж видел, они повторяли все мантры, все киртаны пели в процессе вот этих поездок на поездах. Если мы это не делаем, то что мы можем обрести? Таким образом, наша твердая вера в Шарута Пантху. Шрила Прабхупад говорит, те, кто имеет веру, непоколебимую веру в Шарута Пантху, Шрила Прабхупад говорит, что они, несомненно, достигнут успеха, но еще проблема. На Бенгале есть такая пословица. Что можно выгнать какого-то беса из человека с помощью этих семян горчицы, но в этих семенах горчицы тоже какие-то эти бесы, призраки, привидения Будды, поэтому на Бенгале. И вот что же делать? В этом проблема. Я Шрила Прабхупад говорит, если у вас нет веры в Шарута Пантху, то тогда мы не сможем достичь успеха. Только внешнее обретя какое-то положение, это не доказывает, что человек какой-то великий вайшнав в этом глупости этого мира. Это глупо. И вот они хотят они делают суждение на основе увиденного внешними материальными глазами, а внутреннего духовного видения, даршана, у них нет, и поэтому они обманываются. Те, кто по-настоящему утвердились в Шарута Пантхе, если вы встретились с ними и с их действиями, их характером, их поведением, их словами, их сиддхантавича, их силе, могуществу, это будет видно, что они обрели милость. Просто видя их чувства, их силу, могущество, как, например, посмотрев на Шрилу Кешава Госвами Махараджа или Шрилу Сиддхартху Госвами Махараджа, мы увидим их силу, их могущество. Но не каждый может достичь того, чего достигли они. Может, у нас есть какие-то спички, но эти спички могут быть бесполезными. Они могут отсыреть. И этими спичками ничего не сможем зажечь, несмотря на наши многочисленные попытки. Вроде спички у нас есть. Но отсырел или еще что случилось. И вот пытаясь их тереть об этот коробок спичечный, и, но толку не будет. Такие некоторые гуру пытаются как-то научить своих учеников чему-то духовному, но ничего не получается, как с отсыревшими спичками. И таким образом, дивья-гьяна, пламя, дивья-гьяны мы не можем найти везде.
Dibhogyan, flame of Dibhogyan, we cannot discover. We can search. We cannot find. Not possible. Мы можем искать, конечно, но искать и найти — это разные вещи. И вот у кого нет веры в Шаутапантху, у кого нет силы, могущества находиться на пути Шаутапантхи, иначе откуда это могущество? Вот эта сила снизойдет из Кришны, эта сила снисходит. Я в тот день говорил, и вот Шрила Прабхупад говорил, много раз Шрила Прабхупад говорил, то мы обрести силу милости прямо с помощью денег, власти и еще каких-то материальных вещей мы никогда не сможем обрести силу. Мы должны зависеть от Шаутапанхи. И вот Бхагават Крипа никогда не сможет снизойти на нас непосредственно. Только через Гуру Вайшнавов. Вся парампара. Иногда можно наблюдать, что какие-то демоны пытаются разрушить нашу парампару. Те демоны в одеждах саньяси и прочих отреченных пытаются уничтожить эту систему Шаутапанхи. И поскольку если эта Шаутапанхи течет должным образом, то люди видят, кто есть кто, кто есть обманщики в одеждах саньяси. Если эта Шаутапанха, она течет естественно, без всяких преград и искажений, то мошенников сразу видно, и вот они пытаются всячески это дело прекратить. И поэтому много раз Шрила Прабхупад говорил: о преданные, о люди, пытайтесь понять. И вот Шрила Прабхупад говорил, что вы все пытаетесь понять основу, главную основу между Бхактинодарой и то, что не является ею. И некоторые до сегодняшнего дня не могут понять разницу и думают, что совершают какой-то баджан. До сегодняшнего дня мы не развили такой чувствительности. Если мы развили это чувство Шаутапанхи, то услышав что-то, мы поймем, что это ерунда или подлинная харикатха, как мать раньше. Вот ты готовили рис. Готов рис или нет? Полностью готов или нет? Вот они ложкой брали одну рисинку. Смотрите, они не брали весь рис, а одну рисинку из кастрюли. Ну, они проверяли руками, давили ее. Если она мягкая, то это признак того, что весь рис сварен. Доварился, точнее. И вот наша мать не проверяла каждую рисинку или весь рис. Просто брала одну рисинку, смотрела, если она готова, значит, и весь горшок риса готов. И также те, кто находится в преемственности Шрилы Прабхупады, Бхакти Сиддханты Сарасвати, никто не может одурить их. Если они видят кого-то, услышат его слова, они сразу поймут, эти слова исходят из сердца или из... просто какие-то слова из материального ума. Харикатхана должна снисходить из сердца, а не из ума или просто не какими-то словами. Это должно быть выражение сердца. Харикатхи должны исходить из сердца. Если у нас есть осознание, которую мы получили от Гаупад Падмы, тогда мы заинтересованы слушать это. Мы не какие-то университетские лекторы, чтобы вы ожидали какие-то красивые лекции от нас. Я также не лингвист, чтобы вы ожидали какой-то красивый язык от меня. А что вы можете ожидать от меня? Свасмин Бхаванча Кешаве Табхава, которую Гуру Махарадж хотел вложить в мое сердце.
И что это за бхава, что за чувство? Это чувство прямого служения. Гуру Махарадж, он связан с Бхагаваном. И это осознание, эту бхаву он хотел вложить в мое сердце, чтобы этот огонь этой бхавы горел в моем сердце и освещал мне путь. Это называется подлинная проповедь. Не каждый может осветить путь с милостью полученной от Гурудева. В этом проблема сегодняшнего дня. Кто может опознать, кто подлинный прачарак, кто вайшнав, кто нет. Сейчас многие, но можно видеть, некоторые играют роль царя в своем мелком царстве. Нет лидера. И вот в этом проблема. Кто вайшнав, а кто нет, это мы не можем дать право осуждения каким-то глупым материалистам. Они не могут сказать, кто подлинный вайшнав, кто нет, поскольку они материальны. Мы должны верить Шили Кешава Госвами Махараджа, Шили Сиддхарта Госвами Махараджа. Мы должны верить им. Мы не можем верить каким-то глупым материальным людям, находящимся в очень плачевном состоянии. Может, у них есть какие-то деньги откуда-то или еще что-то материальное, но кто может определить и осознать, кто чистый подлинный вайшнав, а кто нет? Только чистый вайшнав может увидеть чистого вайшнава, а материальные какие-то эти вещи не могут нам опознать. Как вот у нас есть пословица, что только ученый может узнать ученого, и рыбак рыбака видит издалека. Вот так и тут. Если нет никакого стремления к пратиште, к славе, или желания прославиться, получить какие-то материальные вещи, он и есть подлинный вайшнав, но кто может определить? Под именем Юкта Вайрагья все пытаются одурить вас. Юкта Вайрагья вроде красиво, и можно наблюдать, что некоторые снаружи выглядят как что-то похожее на Юкта Вайрагью. Если присмотреться, то получается какой-то Хираньякашипу. Шрила Прабхупад говорил, хотел прояснить, как мы должны понять, кто подлинный ученик подлинного садгуру, а кто нет, поскольку все многие заявляют, что мы получили дикшу. Или совершали служение Гурудеву и пытаются всячески доказать другим, что они лучшие и ближайшие слуги Гурудева. Но как же понять, кто есть кто? И вот как понять, кто подлинный ученик садгуру? Как понять, что Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж, он подлинный ученик Шрилы Прабхупады? Как это понять? Это не вопрос какого-то изма, гуруизма, капитализма или коммунизма. Нет, это не то. Это вопрос выживания. Никто не может выжить. Очень много осквернений везде. И некоторые специально делают обстановку столь оскверненной, чтобы люди не смогли понять, что есть что, где реальное, а где ложное. Чтобы запутать людей на пути к абсолютной истине, чтобы до абсолюта никто не дошел. Пытаться людей как-то свою западню приманить. Вот у некоторых такая стратегия проповеди, но Шрила Прабхупада даже слово «стратегия» не использовал. У него была любовь, забота, такая бесконечная любовь, сострадание ко всем живым существам. А сейчас какая-то техника проповеди, и никто считает, скольким обезьянам могут дать дикшу. И вот, к сожалению,
некоторые только на это и способны. И вот как понять, кто есть подлинный ученик подлинного садхгуру? Это не вопрос какого-то изма. Чтобы понять это, Шрила Прабхупад говорил, близкий и дорогой. If they are Hari Vimukh, suppose your father, mother, friend all around you. Вот, например, если ваши так называемые близкие, в этом родственники, имеется в виду, если они выражают такое непреданное, и мало того, они еще не уважают путь преданности, как это. Вимух, значит, отвернувшийся от духовного, то мы должны отказаться от них, не идти ни на какие компромиссы с Шуда-бхакти на пути чистой духовной практики. Какие-то компромиссы не могут находиться. Если мы будем пытаться идти на компромиссы, то не сможем получить силу бхаджани. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур пишет. Если они отвернулись от Гуранги, но являются нашими материальными родственниками, они должны иметь привязанности к ним. И вот люди скитаются там и тут, не могут понять, куда идти. Как, кому идти. И вот на основе этой формулы Шрила Прабхупад говорил, как мы можем понять, кто Гуру Вимукха, отвернувшийся от Гуранги вроде, еще более того, даже внешне некоторые носят тилаки, малые одежды, саньяси, даже данды, но как понять, кто подлинный преданный, а кто просто мошенник в одежде преданных, поскольку таких... В одежде преданных достаточно много, и как же понять, Шрила Прабхупад говорит, да, можем понять очень просто, ждите и смотрите, смотрите на их действия, то, что они делают, они говорят, и тогда очень просто вы сможете понять, если вы не глупы. Наш Бхарати Махарадж смотрел на кого-то вот так вот, и вот посмотрев, он мог понять, он был, видел людей насквозь, ему даже говорить не нужно было. И вот вайшнавы очень умны, очень, они видят все насквозь, даже говорить не обязательно, но насквозь. И вот Шрила Прабхупад говорил, что мы должны смотреть на их действия, их суждения. И вот если мы увидим, что их действия, все слова против чистых вайшнавов, Шрила Прабхупад дал на эту формулу, что нужно иметь терпение и уметь наблюдать. Может, с первого взгляда это не видно, не каждый имеет такую силу видеть людей насквозь. И вот мы должны ждать насквозь. Мы должны ждать и смотреть. И если мы искренне, если мы гуру, подлинный гуру саваки, слуги нашего гуру, то мы сразу увидим и поймем, что есть ложное, что подлинное, поскольку все их действия, их очарованы, их сиддхант — это против чистой преданности. Я могу привести пример из нашей Гуварги. Шрила Шанта Госвами Махарадж, ему было лет 15 всего. Он пришел в возрасте где-то 12 лет в Гаудимат. Тем временем он был достаточно зрел, видя людей, мог понять, кто есть, кто. И вот однажды он, тогда он был Радхараман Брамачари, он сказал Хайгриву Брамачари, Шрила Мадхва Госвами Махараджу Прабху,
вот этот брахмачарья ведет себя нехорошо. Я думаю, он... Я думаю, вскоре вернется домой. Откуда вы узнали? Как ты узнал, Шрила Мадхава Госвами Махарадж? Спросил, тот сказал, что он не общается с преданными в Мадхе. Ну, конечно, не все возвышенные преданные, все, как сказать, пытаются излечиться от материальных болезней. Вот он находится в своей комнате, ни с кем не общается, думает, что это все сатсанга, что общение с его братьями в Боге — это все бесполезная сатсанга. Даже не ест просад со всеми вместе, куда-то уходит, чтобы поесть. Думаю, вот это его проблема. И вот Радхарман когда-то сказал, Мадхава Госвами Махарадж хотел помочь ему, дать ему пытаться понять, что ни к чему хорошему это не приведет, если он будет находиться с преданными, общаться с ними, делиться своими мыслями и слушать их. Может совершать его, совершать киртан, это более практично. Тот сказал, что никакой сатсанги он не будет делать. И тот удивился, сказал, что таким образом не сможет жить в Мадхе. То есть, если пытаться так уединяться, такое излишнее уединение ни к чему не приведет. Вот, вот этот Шрила Шанта Госвами Махарадж, будучи 12-летним ребенком, он уже видел таких людей насквозь, и вот этот был насквозь. А вот этот человек потом написал письмо отцу и матери, описал, что как плохо ему в Мадхе живется. И чудо. Ошибся адресом. Не ошибся адресом, а адрес написал не Мадха, а какие-то соседи, чтобы письмо в Мадхе не попало. И вот потом он потерял брахмачарью, женился и начал ненавидеть Гауди Мадхи. Даже находясь в Гауди Мадхи, он не смог понять основу учения Гауди Мадхи. И вот начал критиковать Гауди Мадхи. Хотя сейчас, если поискать, кто в Гауди Мадхи. И вот Махарадж в днем говорил также, кто может гарантировать, что мы находимся в Гауди Мадхи. Есть признаки определенные, в виде которой мы поймем, что и что. И вот Шрила Прабхупад говорит, что тот, кто обретает сиддханту и ачарон, и все остальное, от Гаупад Падмы следует всему этому, то будьте уверены. Он Гурдас, будьте уверены, он Гурдас, и он Вайшнав. И он не ожидает никакой пратишти. Главная проблема пратишти — стремление к дешевой славе. Можно наблюдать, что некоторые готовы бить друг друга ради этой дешевой славы. Мы можем говорить что пратишти подобное испражнение, но что мы чувствуем на самом деле. Вот Рагхунатха Госвами пишет в этих стихах. Шрила Прабхупад пишет. И что вы всегда многие стремятся к пратиште, какой-то дешевой славе. Если в процессе гурусева такое дешевое слава не приходит, то они не,
отказывается от этой гурсева. Можно наблюдать, что свиньи едят испражнения. Шрила Прабхупад приводит этот пример. Свиньи едят испражнения на улице. И после этого эти свиньи сами испражняются. То есть они питаются испражнениями еще. Потом, когда переварят эти испражнения, то испражняются. И вот каковы эти испражнения свиньи. И вот Шрила Прабхупад практически сравнивает с этим. Но многие очень счастливы, едя вот это, ну, стремясь и ну, измазываясь этими, этой практичностью, которая подобна испражнениям свиньи. Сначала мы должны доказать и показать, что у нас нет никакой зависти. Это первое. Если у нас есть какая-то зависть в нашем сердце, если нет зависти, то почему мы отклоняемся от пути Гурудева? Это значит, что у нас есть зависть какой-то. Анибхилаша, вот первое. Если у нас есть зависть, то значит, такой человек не является ни ачарьей, ни преданным даже. Что дальше будет, это я не знаю, но ничего хорошего. И вот первое качество – нирмасаранам сатам, бхагавад-дхарма. Все, что мы делаем, это первое. Если мы сможем обрести это качество, то потом можем двигаться. Иначе что толку? Вначале мы должны узнать, есть ли какая-то зависть в вашем сердце или нет. Если нет, то почему вы не следуете Гурудеву, почему отклонились, почему вы придумываете новую сиддханту, почему вы не зависите от Шаутапанхи. И вот Шрила Прабхупад говорил об этой формуле, он хотел показать нам, но кто такой Шрила Прабхупад, мало кто знает, кто он такой. Кто может говорить об учении Шрилы Прабхупады? Многие пытаются скрыть. И вот так или иначе, Шрила Прабхупад, он хотел написать вот Махарадж сегодня деньги. Явление Наротам Такура, но это все связано с ним. И вот Шрила Шрила Прабхупад написал вот, Бхагавад Парампару, точнее, это, начнем про мантру Парампару и Бхагавад Парампару. Я много раз говорил, что мантра Парампара не значит, что это не Бхагавад Парампара. Пытайтесь понять основу. Люди не могут понять, что такое Бхакти Винод Дара, а что не является ею. Что такое Бхакти Винод Дара? Это Рупануга Дара. Это Ранаутам Дара. Все едино, но люди не имеют представления об этом. И вот суть в том, почему Шрила Прабхупад хотел следовать мантра Парампаре, а потом принял Бхагавад Парампару, поскольку он хотел показать нам самый научный путь. Поскольку мантра Парампара иногда не всегда может быть успешной. Иногда какие-то гуру падают, какие-то промежутки, обрывы случаются. Парампара, значит, должна быть непрерывная связь. И вот если такое случается, то это невозможно. Во всех сампрадаях можно наблюдать, мантра Парампара прерывается иногда. Какие-то гуру падают, какие-то промежутки возникают. И таким образом, как мантра Парампара происходит, мы можем следовать. И еще Шрила Прабхупад говорил, что Бхагавад Парампара более практична, и поэтому у нас есть имя Нарутама, вот Махапрабху Чайтанья Рада Кришна Лахиуни. Вот Махарадж повторяет эти строки из киртана о Гуру Парампаре. И вот вопрос, почему имя Нарутама приходит здесь, что это значит? Шамананда Прабху нету, почему у него и друзья
И говорить, что он мой друг, это очень просто. А если он друг, почему он его выгнал? Если я думаю, что я слуга того вайшнава, это хорошо, и не могу сказать, что он мой друг. И вот не могу сказать, что Шрила Вамангасвами Махарадж мой друг и брат Боги. Я никогда не говорил такого, мне стыдно, каково мое положение и каково его. И вот если мы хотим доказать, что Шридхар Госвами Махарадж наш друг, то мы должны следовать такой дружеской процедуре, но мы не делаем этого. На хитрости какие-то идем, что это. И так или иначе, это очень нехорошо вообще. И вот Парампара таким образом прерывается, беспокоится и обрывается. Но в чем наставление Шрилы Прабхупады? Шрила Прабхупада показал, почему имя Нарутама приходит в наш Бхагават Гуру Парампара, почему не Шринивасачари или не Шримананда Прабху, почему именно Нарутама. Суть в том, что Нарутам Такур, он олицетворение снисхождения, или более то, можно еще сказать, что Нарутам Такур, он пришел с Нитянанды, Шивас от Гауранги. Махапрабху сам сказал Вишну при, что я, мое второе тело явится тебе, прояви, да пролей на него свою милость. И вот Вишну при никому не выходила, никто ее не видел, но из-за этого наставления Гауранги Махапрабху она вышла и поместила свои лотосные стопы на голову Шринивасачари. Я как-то расскажу об этом более подробно. И вот Шринивасачари, он пришел со стороны Гауранги, а наш Нарутам Такура со стороны Нитянанды. И Шьямананда Прабху от Адвайта Гасая. И также нет времени обсуждать все подробно, поскольку Гауранга Махапрабху, Нитянанда, они все пошли к Рам... они все шли в сторону Рамкилиграма. Махапрабху хотел пойти во Вриндаван, но почему пошли туда? Это ж в противоположной стороне, что они там забыли. В итоге Махапрабху сказал, Санатане все спрашивают, почему Махапрабху прошел в противоположную сторону от Вриндавана, но никто не знает. Никто не знал, что он хотел встретиться с... Ну, чем с кем-то встретиться, там и потом пошел во Вриндаване. Но Санатана Гасай сказал нечто, если тысячи людей следуют за тобой, это не то, как нужно идти во Вриндаван, ты не пойми, почувствуешь радости Анубавы. И вот с того момента я хочу заключить, что до Канай Надшалы, и вот читание Чайтамрити, это описывается в Канай Надшала, там есть разные скульптуры Кришна Лилы, и до того места дошел Махапрабху, это граница Бенгала и Бихара, а вот через Бихара можно угол срезать и дойти быстрее до Вриндавана. И вот Рамкели — это в северном Бенгале, после Малды. И вот с северного Бенгала поезда на Хавру не едет, они через Бихар едут в Уттар-Прадеш. И вот Махапрабху тоже хотел так срезать угол. И потом, через это, после этой Канай Надшалы, он вернулся. И вот вспоминая слова Санатана, что если слишком много людей идут рядом во Вриндаван, то нехорошо это вообще. Не почувствует той радости. И вот потом Махапрабху пошел в Бангладеш, ну, в Бенгал, в смысле. И там Махапрабху Нитянанда тоже был с ним. И вот Махапрабху, он хотел дать прему, оставить прему в реке Падма.
И вот он принимал омовение в реке Падма и кричал: «О, Нарутам, Нарутам!» И все удивились, кто такой Нарутам. Махапрабху не ответил. И вот Махапрабху сказал Падме: «Я хочу оставить это сокровище прямо Нарутаму через тебя». И вот это божество реки Падма явилось и спросило: «Как я пойму, кто Нарутам? Так много людей каждый день принимают омовение в моих водах. Как я могу понять, кто такой Нарутам?» Махапрабху сказал: «Если ты почувствуешь, что ты почувствуешь некое экстатическое чувство, когда Нарутам будет принимать омовение в твоих водах, ты за преполняющий тебя любви, ты не почувствуешь некое экстатическое чувство и поймешь, что это Нарутам». И вот я хочу еще нечто сказать, поскольку много вещей, которые нужно обсудить, времени все не хватит. Каждый год мы должны обсуждать эту тему с новой стороны. И вот Нарутам Такур явился. Он никогда не видел, кто такой Гауранга. И вот он с самого детства, он хотел, он с самого детства он проявлял признаки премы для того, что он спутник Шриман Махапрабху. И вот было там два этих царя, ну, этих полуцаря, они как бы вместе царствовали под руководством какого-то бенгальского царя. И вот, ну, в общем, Нарутам, ну, все, в общем, все там под контролем было, Нарутам так его не мог уйти из дома. И охраны много слишком. И вот однажды он пошел принимать омовение в реке Падма. Вот он прикоснулся к ней, приложил поклоны, прикоснулся, и река стала чувствовать беспокойно, волны появились, и она почувствовала некое чувство экстаза. И вот, приняв омовение в этой реке Падма, настроение Нарутам Такура, он, конечно, раньше тоже был преданный, но потом, после вот омовения в реке Падма, он обрел эту прему, он уже не мог сдерживать себя. Он падал от преполняющих его чувств, танцевал, и даже цвет тела изменился. Когда Нарутам Такур пришел домой, родители его не знали, почему он был, стал золотого цвета. Раньше он был какого-то среднего цвета. Шемал Сундар был такого цвета, ну как бы не черный, не белый, не серый, что-то среднее. И вот когда он вернулся, родители были удивлены, что случилось, почему он цвет поменял. Наверняка что-то случилось, Нарутам так он ничего не сказал. Но его поведение, действия, все изменилось, и с тех пор он не мог находиться дома. Он чувствовал жажду, как вода, если воду вытащить из воды, вода будет, эта рыба будет, рыбу вытащить из воды, рыба будет задыхаться. И вот, ну, поскольку его родственники, эти родители были очень влиятельные, убежать из дома было не так просто. И вот однажды царь Бенгала пригласил их всех в свою резиденцию на какой-то разговор, и вот они поехали встретиться с царем, все уехали, никого не было, и вот Нарутам Такур выпала возможность уйти из дома, и он ушел, побежал в сторону Вриндавана. Вот также было в Навадвип Даме.
с самого детства он воспевал славу Гуру Нитянанды. И вот родители, когда вернулись, видели, что его нет, потеряли его. Много случаев случилось в процессе всего этого. Но Махараджа кратко расскажет, и вот он отправился в Вриндаван. И там, во Вриндаване, он встретился с Шринивасачари, Шиванандой Прабху, и все они вместе. Они учились у Джива Госвами Пада, поскольку, не понимая Сиддханту Вичара, если вы придете проповедовать, то можете одурачить дурных людей. Но если какой-то знающий человек попадется, то он не поверит ваш. В общем, сложнее со знающими. И вот относительно Раса-лилы, в 2002 году кто-то написал, не знаю, кто я во Вриндаване был в то время, сейчас. И вот буквально даже куда не пришло, вот мне показали, что кто-то какой-то знаменитый ачарья написал какую-то ересь о Баладефрасе. Я бы разгневался, да что за кому же такую ересь написать? Даже не знал, что ответить. И вот начал писать протестное опровержение всего этого. И вот 8 месяцев назад Махарадж ответил, вот написал опровержение всей его писанины, отправили ему, ну, еще год прошел, этот Махарадж таки ничего не ответил. Он там писал, что Баладев танцует с гопи Кришной и прочую ерунду писал. Подумайте, 20 лет прошло, только сейчас заметили. Ну, Махарадж как бы не изучает, кто там что пишет, так вот. Кто-то показал. Ну, люди вроде как читают, и даже вопросов не возникло, что ерунда там написана. Никто не спросил, кто ты вообще, чтобы так писать. Ну, написали, ну, пускай пишет, мы как бы вайшнавы, не должны, ну, как бы входит такой-то... такое. В общем, не говорят об ошибках и... этих, в общем, покрывают преступления друг друга. То есть они занимаются одной ерундой, другие вторую, и делают вид, что все нормально, как бы пускай несет все, что несет. И главное, деньги платят, а кто там проверять будет, о чем там говорят. И вот, к сожалению, проповедь... В наше время так происходит, если присмотреться, прислушаться. Это можно наблюдать, часто говорят какую-то ерунду. И вот как можно говорить про таких людей, что они находятся в парампаре? Это вообще не вопрос какого-то изма, вопрос выживания даже. Говорят, что можно слушать Расалилу о Расалиле и ничего не делать при этом. Но такого наша Гурага никогда не говорила. И никто даже не возразил этому ачарью, что он несет. Наша Гурага никогда так не говорила. И вот из киртанов Нарутама Такура даже не надо далеко ходить, вот с киртанов Нарутам Такура можно найти опровержение всему этому. И что же он говорит? Вот такие слова. Когда я смогу обрести милость Нарутама Прабху, и когда я... осознаю бесполезность этой материальной жизни, когда все материальное уйдет с моего сердца, когда все осквернение уйдет из моего сердца, когда мое сердце очистится от всего,
И вот Нарадам Тхакура пишет об этом, кто читал, пел, читал его киртаны. Это очень известный киртан. Даже дети, живущие в Гаудия-матхе, это его знают. И вот Бхарати Махарадж часто говорил об этом киртане. Вот Махарадж повторяет. И что это значит? Нарадам Тхакура молится Нитянанде, когда это материальная жизнь, когда я потеряю всякий интерес к материальной жизни, и когда я обрету освобождение, свободу от всего этого материального осквернения. И люди не понимают даже такого простого киртана, что говорить о Бхагаватам и более возвышенных вещах. Даже такие простые киртаны они не понимают и еще что-то проповедуют, какую-то ерунду. Хотя народ там такого вот здесь говорит ясно, что вот он молится Нитянанде Прабху. Когда все осквернение уйдет с моего сердца, когда же я обрету возможность видеть Вриндаван, что говорить о какой-то Расалиле Бхагавана, это простая логика, подобная простой математике. Что А если равно Б, Б равно С, то С равно А автоматически. Можно понять это. И никаких споров не возникнет даже. И вот следуем ли мы Нарадам Тхакура или нет? Думаете ли вы, что Нарадам Тхакура наилучший ачарья в нашей сампрадае? Если да, то почему все ваши действия противоречит все его сиданте, это мой первый вопрос. Если вы верите, что Нарадам Тхакура лучший из ачарьев в нашей сампрадае, если вы признаете это, то почему все ваши действия, весь ачарон, все сиданта, все противоречит всему ему учению? Это значит, что вы не признаете Нарадам Тхакура, Вишвана Чакравати Пада Бхактивинода Тхакура, и это ваша проповедь. Компромиссы. Если вы идете на компромиссы, вы никогда не сможете достичь уровня чистой преданности, что говорить о том, чтобы говорить, совершать баджа. Гуркишвадас Бабаджи Махарадж никогда не шел ни на какие компромиссы, иногда даже говорил какими-то жесткими словами, но все же он ачарья Парамхамса, ачарья Варья. Тот Гуркишвадас Бабаджи Махарадж, который не ездил ни в Америку, вообще никуда. Но наша Гурвага говорит, что он лучший из ачарий. Мы должны быть очень разумны. У нас должен быть трансцендентный разум, чтобы опознать и арестовать всех этих мошенников и обманщиков. И вот о Гуркишвадас Бабаджи Махараджа мы можем сказать, что он лучший из ачарьев. Парамхамса Ачарья Варья. И как же он Ачарья, поскольку он говорит и сразу выявляет всех мошенников. И поэтому Шрила Прабхупада говорил, что он Ачарья, хотя он не говорил дикши, не давал дикши. Кто-то думает, что кто раздает дикши, тот Ачарья. Но нет, это совсем не так. Признак Ачарья каков? Вот Махарадж может более подробно в какой-то день обсудить из Ваю-пураны. Тот, кто следует всем правилам и предписаниям, установленным в Шичитане Махапрабху Ачиноте, вот Махарадж Шлоку говорит, почему мы можем говорить, что он Ачарья, какова причина, какова логика, почему мы называем кого-то Ачарьей.
зачем, следует ли он всем правильным предписаниям, показанным в сочетании Махапрабху, и исправляет ли он свои недостатки и чужие. Он должен своим собственным примером показывать, являть своим собственным примером все, и иметь идеальный ачаран, следовать всему своей собственной жизни. И это будет хороший пример для нас, и это будет также хорошим примером для нас. Ачарья — это не тот, кто говорит, а тот, кто делает, показывает своим примером. Успешен ли кто-то на пути посту ачарьи или нет? Если он смог утвердить всю сиддханту в сердцах обусловленных душ, то он ачарья, если не смог. А если нет, то какого ачарья? Шрила Прабхупад говорил такие слова на Бенгале. Мы привыкли говорить о Голи Харибол, что это. Если какие-то сахаджи, они вот как, какой-то нам санкиртан организуют, кричат Харибол в процессе, люди какие-то тоже кричат. Но люди как бы не понимают, что такое Харибол, просто кричат, они тоже за компанию кричат Харибол. Ну, то есть не понимают логику, смысл всего этого, просто кричат Харибол без всякой, не понимая сути. А Гуру Премананда тоже одни сахаджи, а вот Шрила Прабхупад такого никогда не говорил. Шрила Бхакти, он такого тоже никогда, Гуру Премананда, слов таких не было. Только у сахаджиев можно найти. И в этом статус, ну, состояние общества в наше время. И вот я говорил о Наротам Такуре. Наротам Такур, он отправился в сторону Вриндавана. И почему мы видим Наротам Такура? И вот когда мы, поскольку мы не смогли утвердиться в ачаране внутри нас, если мы не смогли утвердить ачара адаршу, весь наш идеализм внутри вашего сердца, то значит наша проповедь неэффективна. Шрила Прабхупад был эффективным, успешным ачарьей, поскольку он мог утвердить такой идеальный ачаран, идеализм в сердцах своих последователей. Это успех ачарьи. И вот Наротам Такур, он также лучший из ачарьев. Наротам Такур говорит: вот Наротам Такур говорит, когда все материальное осквернение уйдет из моего сердца, то тогда я смогу видеть, что есть Вриндаван, что говорить о Расалиле. Наротам Такур не говорит о Расалиле. Он хочет видеть трансцендентный Вриндаван. Наротам Такур дает наставление нам. Он говорит о себе, но это учение для нас. Когда он молится о том, чтобы все сквернение, все материальное ушло из его сердца, и по милости Нитянанда он смог увидеть Вриндаван. Смотрите, он уже во Вриндаване, вроде бы получил посвящение во Вриндаване. И сейчас он просит милости у Нитянанды Прабху, чтобы увидеть Вриндаван. Что это? Хотя он получил посвящение во Вриндаване от Локанатха Госвами. Локанатха Госвами получил посвящение от Адвайта Гасая. И вот мы Наротам Паривар, или можем сказать Адвайта Паривар. Не таким образом. Это очень важно. Если вы посмотрите, мы сможем
И вот Нарутам Такур, по крайней мере, уже по воде получил посвящение во Вриндаване. Почему он сейчас говорит, что он не видел Вриндавана? Для того, чтобы дать нам пример, урок, каково может быть смирение. Кто-то заявляет, что он видел Вриндаван, там в Манджаре является Саки или еще кем-то, но это не баджан, это лицемерие, это признак падших душ. Ваман Госвами Махарадж говорил с незапамятных времен. И, ну, в смысле, такие люди никогда не смогут получить возможность совершать Рупануга Баджан, поскольку они хотят обмануть других, притворяясь, заявляя, что они уже Рупануги. И Бхагаван им уже не даст второго шанса. И вот Нарутам Такур получил посвящение внутри Вриндавана. От Лаканат Госвами получил посвящение, и что он узнал. И вот он, в общем, Гурдева послал учиться у Джива Госвами Пада. Но что такое посвящение, инициация? Много раз я хотел сказать вам, но все же хочу сказать еще раз, что это в шастрах говорится. Наш Рупа Госвами Пад пишет в Расамрита Синту. Адо Гуру Падашрай, вот это шлока, но у нас наоборот получается. Вопрос принятия Гуру. Если мы... Это не какие-то дешевые сентименты. Я когда увидел изображение Гуру Падмы, я был... Я понял, что он мой вечный гуру, что такое ясное чувство пришло, что он мой гуру, единственный. И вот Рупа Госвами Пад пишет в Расамрита Синту, Адо Гуру Падашрая. И вообще вопрос принятия прибежища у лотосных стоп Садгуру, благодаря... которому ваше сердце чувствует такое огромное влияние, огромное влечение, вдохновение. И потом уже, вдохновившись таким великим гуру, мы просим просвещения у него. Если какой-то гуру чувствует, я там учеников принимаю, это не гуру. Мы не принимаем прибежище у садгуру. Чтобы дать, чтобы дать ему почувствовать, что он гуру, это не так, нет, это неправильный подход, мы должны чувствовать наше плачевное положение и просить гуру о милости, просить о спасении. Это чувство, которое Кришнадас Кавираж Госвами хотел описать. И вот он говорил, что он хуже, чем червь испражнения, хуже, чем Джагай Мадхай. И вот если вы поймете этот... Вот эту сиддханту вы поймете, что такое Харибаджан, кто такой Вайшнав. И мы же должны повторять Харинам с утра. Повторять Харинам, совершать киртан с великим энтузиазмом. Бхагаван, он должен помочь вам. Бхагаван так или иначе, он поможет вам, не сомневайтесь, если вы искренне. Как в моем случае, никто не говорил, ну что там какой-то великий садгуру, автоматически я нашел его. И вот Нарутам Такур, он хотел показать эту же самую формулу, как написано Рупа Госвами Падом. И вот вопрос принятия прибежища у лотосных стоп гуру, и потом мы можем попросить его о дикше.
Но сейчас можно наблюдать, наоборот, происходит. Кто-то слышит, есть какой-то заметный гуру, идет получать дикшу. Шрила Прабхупад говорил, что под меня дикша – такая коммерция, а да, происходит, это никакая не дикша. Дикша значит обретение божественного знания. Если вы не обрели дивягьяну, что уже прошло 25 лет, как вы получили дикшу, что это за дикша такая, как вы получили? Значит, либо вы обманщик, либо тот, у кого вы получили, он обманщик. Иначе почему нет божественного знания? Почему где осознание? Почему осознание не расцвело в вашем сердце? Какова причина, стоящая за этим? И вот Нарутам Такур показывает нам. Нарутам Такур плачет и плачет. И вот он принял прибежище у Локанатха Госвами. Но так или иначе, Локанатха Госвами не давал никому дикшу. У него было... В общем, он решил никому дикшу не давать, а Нарутам Такур решил получить дикшу только у него. И вот кто ж будет, в общем, кто достигнет своей цели. И вот Нарутам Такур был отвергнут много раз. Шрила Прабхупада тоже был отвергнут Гуру Кешодас Бабаджи Махараджем 18 раз. Рамануджачарья был отвергнут, я говорил. В тот день. Это Гоштапурны. К сожалению, память у всех плохая, не все помнят. Тоже много раз он был отвергнут, но потом получил дикшу, как Шрила Прабхупада, все, хотя он вечный спутник Гуранги, но все равно явил такую лилу для нашего опыта. Дикша — это не что-то дешевое. И если вы портите свою жизнь, что я могу сделать? Вы никогда не встречались с таким человеком, который может говорить об абсолютной истине. В этом неудача. Это обязанность Нитянанды. И Нарутам Такур, он был отвергнут. И Нарутам Такур решил, что я должен получить дикшу с лотосных уст Гурупад Падмы. И вот он начал служить Локнатха Госвами очень скрыто. И когда Локнатха Госвами шел по нужде в лес, и вот он с утра ходил по нужде, но там условия такие простые очень были, даже туалета не было. Приходилось идти в какой-то лес, в поле какой-то, ну, там какие-то шакалы могли быть, змеи, но по милости Господа они не мешали. И вот Локнатха Госвами ушел на эту шоча-каму совершать. И Нарутам Такур смотрел издалека и каждый день очищал это место и приносил такую глину, такой тон, как ее, в общем, глину без песка. Многие хотят совершать харибаджан, как какие-то цари, с таким с большим комфортом. Нишкинчин харибаджан. Сейчас понятие забывается, все хотят какой-то харибаджан с большими удобствами, но харибаджан в таком случае не получается. Он должен быть нишкинчин. Кто-то совершающий харибаджан должен быть нишкинчин. Иначе вопрос о харибаджане не возникает, что если у нас нет этого простоты, этой качества нишкинчина, то харибаджан у нас не получится. Конечно, у нас мы к чему-то привязаны, как-то так, но не сразу можем дойти до этого, должны предложить все гуру Вайшнавам, но со временем все получится. И вот в итоге однажды Локнатха Госвами, он хотел увидеть, кто же это, кто-то убирает все это место, и решил проверить. И вот он Нарутам Такур ждал.
и вот спрятался куда-то и увидел. И вот он ждал, в кусты спрятался куда-то и смотрел. Некто прекрасный, подобно принцу, он пришел и начал все там очищать веником водой. И вот он насыпал глины туда, и ты спросил, кто ты? Кто-то испугался, что кто ты? Я народ там, иди сюда. Почему ты это делаешь? Тут начал плакать. Он прислонил веник к груди и сказал: «Вы не принимаете моего служения, что люди члю веник совершает это служение». Вот он начал плакать навзрыд, и Локонатха Госвами не смог этого стерпеть. Он обнял его, сказал: «Хорошо. Я дам тебе дикшу». Он тут вынужден был дать дикшу народам Такура. Вот его сердце растаяло. И так или иначе, после случился какой-то случай по милости Бхагавана, и что это за случай? Пришел какой-то нищий, какие-то чапати, попросить у него в их баджа-куте, и народ там так подумал. Ну, вчерашние чапати остались, ну, что, ман, муж отдать, вот отдал этому нищему, Локонатха Госвами сказал: «Уходи, уходи прочь, ты не можешь находиться рядом, ты с царской семьи, ты не можешь находиться здесь, мы нищие». Локонатха Госвами хотел дать пример. Он не был жестким. То, что он там дал эти вчерашние чапати нищему, это не так плохо. Если Гуванганите надо будет жить в лесу, то какая проповедь будет происходить? И также Гудимар, почему они в лесу не живут? Ради проповеди. И вот как, когда какие-то непонятные ситуации возникают, вот можно сравнить это, что два льва не могут находиться в одном месте. С одной стороны хорошо, с другой не очень. И вот Локонатха Госвами, он сказал Нарутам Такуру, чтобы он уходил прочь. Ты не можешь здесь находиться. Ты не можешь жить такой жизнью отреченного, ведя себя так. И вот он плача ушел. И тем временем много чего случилось, но нет времени это все описывать, поскольку они начали, и вот он начал учиться у Дживы Госвами Пада, все книги Госвами, все сандарбхи написаны Дживы Госвами Падом. Брихат Бхагаватамрита написано Санатаной Госвами. Вот они изучали все это. И на основе этого я, Махарадж, посуждает Брихат Бхагаватамриту под руководством Шрилы Санатаной Госвами. И вот я следую Санатаной Госвами Паду, чтобы понять внутреннее значение всего этого. И вот если мы осознаем, поймем, в общем, Брихат Бхагаватамрита достаточно большая, может там года 3-4 занять. Махараджа по субботам, воскресенье обсуждает на нашем ютубе, можно слушать. Но не у всех столько терпения есть. Что такое харибаджа? Харибаджа значит терпение. Если не терпение, то какое харибаджа?
И вот народом так он ушел. И по указанию Джива Госвамипада, они все эти книги, написанные Госвами, это уже долгая история. Повезли их в Бенгалу, там по дороге царь Бихамбир их украл, потом их назад их отдал, и потом Раутам Такур пошел назад в западную часть Индии, Манипур, где Шимананда Прабху, в общем, не Манипур, а этот. Шимананда пошел, где Миднапур, вот эта вот область, а Шринивасачарья. Он, ну, это долгая история, кто куда пошел. И вот, в общем, книги эти вернули, у нас есть возможность читать Бхакти Расамрита Синдху и все остальное, благодаря их милости. И вот я хочу сказать, и вот был большой праздник, не бесподобный и несравнимый. И вот это был Кетури Утсав, Кетури Махотсав, он был такой крупнейший. И вот Нарутам Такур хотел установить там шесть божеств. И в какой-то день я могу более подробно рассказать. Как, там, где наш Нитянанда Шакти, Джахнава и Такура не было там. И все они из Вриндавана там, здесь, в Пури, тысячи преданных пришли. Никогда раньше такого огромного праздника не было, и в будущем вряд ли будет. И эти праздники, этот праздник, это Махотсав, он, вот такие слова говорится, что Набутам на Бхавишьятине. В прошлом такого не было огромного, и в будущем тоже вряд ли будет. И вот в день Нарутам Такура, следующий, он продолжит. И вот, можно вспомнить. Jai Sri Narottama Dhakur Masai ki jai.